Телеграм-канал «Самара ГИС» снова возглавил топ престижного федерального рейтинга New Media. По итогам июля мы стали первыми по коэффициенту вовлеченности подписчиков, учитывались комментарии, пересылки и реакции. Также «Самара ГИС» среди лидеров еще по двум показателям – суточный охват сторис и суммарный охват – общее количество просмотров, которые набрали публикации канала за выбранный период. В Самаре на площади памяти прошел торжественный митинг, посвященный 94-й годовщине со дня образования ВДВ. У памятника воинам-интернационалистам встретились ветераны подразделения и их семьи. Они возложили цветы к монументу почти в память погибших сослуживцев. Глава региона Вячеслав Федорищев обратился к десантникам по случаю Дня воздушно-десантных войск. Он выразил особую благодарность ветеранам, которые оказывают помощь семьям погибших сослуживцев, инвалидам, участников боевых действий, занимаются военно-патриотической работой с молодежью. В Самарской области увеличили размер единовременной выплаты для заключивших с 1 августа контракт о прохождении военной службы. Теперь с учетом региональной поддержки эта сумма будет составлять 1 205 000 рублей. Более 172 миллионов рублей выделили из областного бюджета для улучшения условий работы судов Самарского региона. Для устранения проблемы частой смены кадров правительство приняло решение о повышении статуса помощников мировых судей. Они будут отнесены к ведущей группе должностей государственной службы категории специалисты, что поспособствует увеличению оплаты труда. За полгода в Самарской области рассмотрели 364 тысячи судебных дел и материалов всех видов судопроизводства, в том числе 6600 уголовных дел и 43 200 дел об административных правонарушениях. С 1 октября этого года зарплаты некоторых работников бюджетной сферы вырастут на 4,5%. К ним относятся сотрудники силовых структур, военнослужащие, а также работники сельского и лесного хозяйства. Единовременное повышение зарплат в конкретную дату может касаться только тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета. 1-2 зубчика чеснока в день обеспечивает организм необходимым количеством активных веществ. Чеснок положительно влияет на кишечник. Он помогает избавиться от патогенной микрофлоры, укрепляет иммунную систему и полезен для сердечно-сосудистой системы.